игры проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». В субботу атомщики встретились на паркете с командой «Покровский паровоз». С самого начала матча наша команда ушла в отрыв и по ходу встречи только наращивала преимущество. Баскетболистов активно поддерживали болельщики на трибунах. Мы пришли поболеть за нашу команду, команду САЭС «Десногорск». Старший сын у нас занимается периодически. Нравится баскетбол, динамичность игры привлекает, прям заряжает энергией. Мы занимаемся баскетболом, сегодня наш тренер играет. Пришли за него поболеть. В последней атаке десногорцы сумели преодолеть рубеж в 100 набранных очков благодаря дальнему попаданию Константина Яковлева. Победу одержали хозяева поля с итогом 101-52. Мы занимаем пока в чемпионате, в котором 12 команд, мы занимаем пока второе место. Сегодня у нас был соперник «Покровский паровоз». Команда идет в середине таблицы. Ну и мы сегодня уверенно их обыграли с большим преимуществом. Соперник, естественно, сложный. Он топовая команда по всей области, Десногорск. Парни опытные, тренируются часто. Мы, к сожалению, не всем составом приехали. Много стартового состава не было, трех игроков. Ну, дорога туда, естественно, подустали. Надо отметить, что все игроки САЭС показали себя набранными очками. А 8 апреля десногорцы провели матч с командой «Беркут» и одержали победу со счетом 91-75.